Специальное предложение только сегодняшнего дня. Костюм, который сегодня для вас самый выгодный с скидкой. Кстати, между прочим, курточка сейчас в магазине может стоить 5-6 тысяч рублей. А у нас целый костюм под названием Стефи 3999 рублей. Если поделить стоимость пополам, смотри, получается брюки меньше 2000 рублей. Куртка меньше 2000 рублей. Лучшее предложение дня с максимальной скидкой в 3600 рублей. Успейте заказать самое выгодное предложение. Вот что значит распродажа. Посмотрите, костюм теплый из двух полноценных вещей сегодня по такой цене. Давайте смотреть на наших девчонок и скорее выбирать ваш размер, потому что, когда мы с вами говорим про распродажу, у нас с вами, как правило, очень ограниченная всегда партия. Итак, размерная сетка от 48 до 58 размера, и размеры у нас сдвоенные. Отлично для костюма, я считаю. Конечно. Ой. Слушай, вот, например, у меня низ 48, верх 52, поэтому для меня сдвоенный размер – это просто счастье. Вот, кстати, если вот такой, как у тебя тип фигуры, нужно брать 50-52, то есть мы на больший ориентир... На больший размер обязательно ориентируемся с вами. Ты знаешь, вот я хотела с брюк начать. Объясню, почему. Когда мы приобретаем теплую куртку, ну, верх у нас теплее, а ножки-то, ножки замерзают. Даже если мы теплые колготки оденем, все равно не тот эффект, что у куртки, понимаешь? Как здорово, что у нас здесь есть брюки. Насколько они теплые? Теплые брюки на высокой посадке. Когда мы говорим с вами про зимние вещи, обязательно посадка должна быть высокая у брюк. Мы с вами выбираем действительно полноценную теплую вещь. Наверняка в вашем гардеробе таких брюк нет. Мы, как правило, специально их отдельно не покупаем. А вот в костюме это идеальный вариант. Какая посадка? Закрываем с вами талию, закрываем поясницу, все-все-все защищаем. Посадка идеальная под любую фигуру. Смотрите, брюки прямого кроя и на эластичной ленте в талии. Причем, смотрите, какая хитрость. Если у вас пышные бедра, наверняка в талии у вас всегда есть свобода, а здесь есть дополнительный фиксатор. Вот такая кулиска. Вы всегда можете подзатянуть талию еще побольше, если вам понадобится. Здорово. Знаешь, вообще такие костюмы горнолыжные, можно сказать так, супер теплые, они в магазинах продаются до 50 размера. 58-го там в помине нет. Конечно. Поэтому это самые такие топовые размеры на нашем телеканале сегодня. Мы, конечно, закупили много у наших поставщиков больших размеров, но их очень мало, друзья, учитывая то, что нас смотрит 30 миллионов, учитывая то, что сейчас уже много звонков в нашем колл-центре. Набирайте номер телефона прямо сейчас, если вас интересуют большие размеры. Особенно поторопитесь, успейте заказать специальное предложение. Только сегодняшнего дня. Костюм Стефи 2 в одном и брюки, и куртка за 3999 рублей. Так, ну еще очень важный момент. Знаешь, наполнительные разные бывают. Иногда прям замерзаешь. Я не пойму, почему. Ты знаешь, вот современные утеплители, это, конечно, идеальный вариант и для тепла, и для легкости. Старые мы уже не выбираем. Ну, например, Синтепо 0. В нем бывает холодно. А Файбертек согревает нас. Вот это идеальный вариант. Файбертек в нашем костюме защитит вас до температуры минус 15 градусов. Надеваем теплый свитер, и все минус 20 вам не страшны. Но... И при этом он легкий, он невесомый, он не впитывает запахи, он не вызывает аллергию. Его можно стирать в стиральной машине, он не сбивается в комочки. Прекрасно. Файбертек надо запомнить. Да. И попробовать. То есть получается у нас Файбертек и в куртке, и в брюках. Да. Правильно я тебя понимаю? И там все утеплено именно нашим Файбертеком. Итак, друзья, напомню, сегодня это специальное предложение только одного дня. Шикарный костюм, который защитит вас от морозов. Минус 15 градусов нам теперь не страшно. 3999 рублей. Это цена только сегодня, завтра. Завтра цена 7599 рублей. Если вы любите максимально экономить, если вы замерзаете на улице, возьмите костюм Стефи, больше никогда не замерзнете. Слушай, я сейчас смотрю на этот костюм и думаю, прям вот идеально для меня. Мы когда с детьми выходим на прогулку, мы можем и в снегу поваляться, и в снежки поиграть. Правда, чаще всего я потом самая мокрая такая курочка, домой прихожу и греюсь. Вот, кстати, чтобы и в снегу поваляться, и под мокрый снег попасть не страшно было, выбирайте именно этот костюм. Давайте его проверять с вами прямо сейчас. Костюм, который не впитывает влагу абсолютно. Сделаю вот так, чтобы вы увидели, что здесь собирается вода, но не впитывается в костюм,
посмотрите, абсолютно ни одна капелька, он полностью остается сухим, ничего не проникает внутрь, ваша защита в любую погоду. Как выползти из сугроба абсолютно сухой? Мы знаем ответ, в костюме Стефи это реально возможно, смотрите. Вода отталкивается, вы понимаете, это ваше здоровье, это максимальный ваш комфорт, это ваше максимальное тепло и сверху, и снизу. В комплекте у нас и куртка, и брюки, размеры от 48 до 58. Напомню, что сегодня действует красная цена, это самая выгодная покупка. Цена завтра 7599 рублей. Для того, чтобы не переплачивать, звоните прямо сейчас, закажите свой размер, успейте утеплиться. Кстати, вот сейчас заказали, сейчас походим в этом костюме, а в следующем году, а через год. Кстати, сколько этот костюм может нам прослужить? Да годами можно носить такой костюм, ничего с ним не произойдет. Вот здесь я вас могу уверить. Стираем в машинке, получаем тепло, получаем комфорт и защиту в любую погоду. Ну и давайте поговорим еще об одном важном моменте, чего мы не ждем с вами от теплых костюмов. Конечно же, мы не ждем с вами стройности, но в данном случае мы ее получаем. Посмотрите, как хитро этот костюм у нас с вами выполнен. Мы с вами акцент делаем вот сюда, именно на верхнюю зону плечевую. Яркий цветочный принт, модный, активный, привлекает внимание нам к лицу. А дальше темно-синий, причем как он расположен. Все наши проблемные зоны попадают в темно-синий цвет, который еще и на матовой фактуре, она поглощает цвет, не дает нам с вами возможности добавить себе объема, вытягивает силуэт. Ну и брюки прямого силуэта, конечно же, всегда нам в этом помогают. Лера, еще такой вопрос, мы можем носить только с брюками? Нет. В чем-то и прелесть. Мы получаем с вами две полноценные вещи. И эту куртку можем легко надеть даже вот так, с элегантной юбкой. Посмотрите, как выглядит здорово наша Оля. Напомню, что у нас сдвоенная размерная сетка. Оля носит 54 размер. Костюм выбирает размеры 54-56 для того, чтобы получить комфорт и отличную посадку. Мне очень нравится, что здесь даже есть капюшон и шапка. Нам не нужна полностью защита от макушки до пяток для того, чтобы вы были всегда здоровыми у нас, красивыми и стройными. Комплект брюки плюс куртка 3999 рублей. Только сегодня. Успейте купить.